Мы приехали в отель Cape Bodrum. Это холл. Отель очень красивый, стильный. Infinity Pool Bar рядом с бассейном. Такая интересная фишка этого отеля. Это проход на пляж сквозь бассейн. Прозрачные стенки. Спускаемся на пляж. Есть такая чилл-зона видовая. Гости отдыхают. И тут еще приятное местечко. Это променадная зона вдоль пляжа. Можно покататься на велосипеде, можно погулять. Пляж отеля Cape Bodrum. Если присмотреться, есть маленький кусочек входа с берега, но большая часть входа с платформы. Еще такая интересная чилл-зона видовая. Здесь фонтанчики. И здесь можно посидеть, попить кофе. Полюбоваться видами. Смотрим базовую категорию Deluxe Room. Сразу же на входе у нас санузел. Здесь душевая, красивый такой каменный. Здесь же унитаз. Здесь же у нас шкаф. Спальная кровать стоит из двух твинов. Мини-бар, набор чай, кофе. И у всех номеров свой балкон. Балкон-терраса. Мы смотрим номер Panoramic Suite в отеле Cape Bodrum. Номер большой, 120 квадратных метров. Здесь гостевой туалет. Здесь большая гостиная зона. Панорамные окна в пол. Здесь спальня с такими же панорамными окнами. Номер угловой, со всех сторон вид. Здесь есть джакузи. Здесь же открытый душ. Здесь наш гардеробная. Еще один санузел. Ну и главная фишка Panoramic Suite. Это, естественно, вид из него. И здесь же с балкона мы можем наблюдать всю территорию. Всю бухту, территорию отеля. Я понимаю, это где-то вот там, да? Смотрим Grand Suite в отеле Cape Bodrum.
Здесь большая гостиная зона. Также при входе есть гостевой санузел. Также очень красивый панорамный вид. И здесь спальня. Комнаты не закрываются. Есть слайд-дор. Есть небольшой лежачок. И, конечно же, виды. И также второй санузел. Гардеробная. Смотрим номер Junior Suite с приватным бассейном. Здесь также гостевой туалет, гардеробная. Пошел второй туалет. Здесь гостиная зона. Собственный бассейн. Лужайка. Смотрим Deluxe King Room. Максимальное размещение здесь 3 человека. Также санузел на входе. Гостиная. И спальня, которая закрывается на дверь. Два балкончика автономных. И еще один санузел. Тренажерный зал в отеле Кей Бодрум. Здесь же есть магазинчик, очень приятный. И салон красоты, парикмахерская. И заходим в спа-центр. Здесь местная косметика. Здесь находится хамам, душевые, приятный запах.